друзья, с вами Виктория. Сегодня приготовим вместе абрикосовый пирог. Пирог у меня будет на сметане. Тесто с добавлением сметаны получается пышным, немного влажноватым и с абрикосами особенно вкусным. Для приготовления пирога нам понадобятся абрикосы, 180 грамм сахара, сок лимона, но это по желанию, 120 грамм сливочного масла, 250 грамм муки, 2 яйца, сметана, разрыхлитель и щепотка соли. Все продукты должны быть комнатной температуры. Сливочное масло нужно достать из холодильника заранее. Я буду использовать формочку прямоугольную 28 на 19 сантиметров. Ее нужно переложить пергаментной бумагой. В емкость выкладываем масло. Масло, как я уже сказала, должно быть очень-очень мягким. К маслу добавляем сахар. Сначала немного перетираем масло с сахаром ложкой, а затем взбиваем миксером. Взбиваем в течение 4-5 минут до пышности. Ну вот, масло мы взбили. Взбивать нужно до посветления. Масса должна стать светлой. И теперь добавляем сюда яйца. И еще немного взбиваем. И теперь в эту массу я буду добавлять сметану. Сметана у меня 30% жирности. В принципе, можно добавлять 20% жирности тоже, или любой жирности, или можно добавлять йогурт. Сюда же добавляю 2 чайные ложки сока лимона. Сок лимона — это по желанию, это не обязательно. Также можно вместо сока лимона добавить, например, ванильный сахар, 2 чайные ложечки. И хорошо перемешиваем. Затем в муку добавляю щепотку соли и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем. Муку я заранее просеяла. Хорошо, если мука будет заранее просеяна, или просеивать можно прямо сразу в заранее замешанное тесто. И сейчас частями буду добавлять муку и перемешивать. Долго перемешивать не нужно, перемешиваем до однородности. И добавляю оставшуюся часть муки. Вот такое примерно по консистенции должно у вас получиться тесто. Духовку я поставила разогреваться на 180 градусов. Формочку я выстелила пергаментной бумагой и смазала сливочным маслом. И сейчас отправляю тесто в формочку. Нужно аккуратно разровнять тесто по формочке. Теперь займусь абрикосами. Абрикосы предварительно я помыла, и теперь буду разрезать их напополам и убирать косточку. Выкладываю половинки абрикос и немного вдавливаю их в тесто. Выкладываю вот этой частью вверх. Вот такая красивая заготовка пирога у нас получилась. Все очень по-летнему, очень вкусно пахнет абрикосами.
я попробовала один абрикос. Абрикосы очень-очень вкусные. И сейчас я буду отправлять тесто в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40-45 минут. Выпекаем до сухой зубочистки. Пирог у меня запекался 45 минут. Проверяю его деревянной шпажкой. Пирог немного остыл, и сейчас я вам отрежу кусочек и покажу, какой он получился внутри. Надеюсь, что рецепт и видео вам понравились. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые рецепты. А я всем желаю приятного аппетита, удачной выпечки и до новых встреч!